И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас и Тучка, Гафака, Дэн, пацаны, поздоровайтесь. Салам алейкум, братья. Ребята, наконец-то вы ждали ролик, и мы его сегодня запишем. Это прохождение FNAF. Мы поставили аниматроников на очень высокую сложность, это хард, и будем начинать с третьей ночи. Если спите, кушайте, приятного аппетита, а у нас сложная ночь, FNAF 1. Погнали. Ребята, каждый лайк добавляет 1% к заряду нашего аккумулятора. Поэтому чем больше лайков, тем больше шансов, что мы затащим. Давайте посмотрим, как они будут в третью ночь на харде нас атаковать. Кстати, эту карту обновили. Где-то 5 дней назад я зашел в Гаррис Мод, и она обновлялась. 16 мегабайт. Что могли добавить на 16 мегабайт? Какую-нибудь пасхалочку. Опа! Чика идет. Чика идет. Кстати, Гафака, ты знаешь, что она не убивает здесь? Можешь подойти к ней. Не, я знаю, что она убивает. Не, она не убивает, видишь? Ну блин, ну Дэн, ну это не на тебя было рассчитано, ну Дэн. Ну блин. Так. Дай пострашника, не Дим. Она может мне убить жопой мою ногу. Не знаю, я проверять этого не хочу. Дэн, она не убивает. А, так прикольно. Оп. Блин, я сейчас сидел. Да, блин, я дернулся. Кто, неадекватная, что ли, психичка? Так, она, пацаны, же к нам идет. А что она кастрюлями не тарахтит? Ой, ну, музыка включила. Да, что с тобой? Дэну сегодня 3 раза подряд плохо стало. Да нормально. Это проклятие. В офисе есть, Тучка? Ты там есть? Я тут есть. Я вижу. Молодец. Так, пока она там стоит, мне кажется, сейчас пойдет Фредди. Фредди. Смотрите, я прям буду стоять и смотри, как он пойдет. Кто только что тарахтил? Не знаю, это дверь. Так. Она уже чуть ближе. Опа, я сказал, что Фредди пойдет. Так, шторки чуть-чуть. Все. Фокси будет сейчас готовиться, пацаны. Фокси. Так, стой на дверях, я тебе буду говорить, что закрывать или открывать. Или давай я буду с тобой вместе, буду помогать давай тебе. Давай вместе, давай. Все, пацаны, подсказывайте, какую дверь открывать, какую закрывать. Чика идет. Я за Фокси смотрю. Чика идет? Вижу. Я нас закрыл. Отлично. Так, у нас еще очень много энергии, всего кончилось. Одна палочка. Сейчас ночь. Всего 1 час и 1 палочка, мы так не выиграем. Блин, не вижу ее там. Пацаны, вы же смотрите на Фокси, он же может резко побежать. Я смотрю. Чика за поворотом. Так, все, я стою на дверях. Ой, я в щельку, кстати, вот вижу. Если будет Фокси бежать, я увижу. Лучше говорите. Я... Ага. Чика идет. Хорошо. Опа. Чика ушла. Не, она стоит, смотрит, тварь. Вы же помните, что она может и атаковать вот так возле окна? Как-то рандомно атакует. Уже Фредди пошел. Но если мы так будем долго держать двери закрыты, мы не пройдем. Ну блин, ну... Опа! Отлично. Все, я открываю тогда? Да, конечно. Все, Фокси готовится. Фокси сейчас будет бежать. Я вижу. А, то Бонька стоит, Бонька стоит. Тут Фредди стоит. Вот так мне скажите, когда будет бежать, я успею. Он может долго так с поднятой рукой стоять. Денчик, скажешь, когда Фокси побежит. Там пару секунд у меня будет. Чика, короче, пошла в туалет. А я смотрю на этот, да. А, да-да-да, в туалет. Денчик не бежит? Не, не бежит. Видите, а так все это время была бы дверь закрыта. Так, самое идеальное это будет, когда половина энергии и 3 часа ночи. Но опять же, сейчас прибежит Фокси этот, зараза, он заберет кусок энергии у нас. Это ж такой нехороший аниматроник. Он же шкис. Да, хитрый. Все, побежал. Я вижу, блин, я испугался. Промахнулся. Вместо Е нажал R, блин. Хорошо, монтировку перезарядить нельзя. Представь, анимация перезарядки монтировки. Фокс убил. Чика пошла. Ты просто ее на другую сторону перекидываешь. Дэн, ты опять стошнила тебя? Что случилось? Чика к вам пошла. Так, ну с этой стороны никого нету. И Фредди. А что, она уже там? Ну, Фредди только еще до угла. Он же с угла может убить? Идет, встал. Палит, пока ты дверь откроешь. Боня пошел. Так, Бонька, может, с этой стороны. Не может, а и так с этой стороны он пойдет. Надо быть очень внимательным. Бонька стоит. Пока мечта хорошо, да, пацаны, мы играем? Да. Yeah. 3 часа ночи есть? И, да, 3 часа ночи, вот и очень много энергии. Половина энергии. Сколько энергии? Половина ровно. Там это Фредди. Еще расчет, что Фокси не прибегал. А, 1 раз прибегал же, да, кусок забрал энергии. Жопа.
Они здесь вдвоем стоят, вот этот Чика вот уже подошел. Ага, Фредди уходит. Ну там Чика тоже стоит. Они обменялись местами. Блин, эту комнату Фокси вообще не замечал. Фокси открыл шторку? Так, да, пацаны, да. Я вам пиццу несу. О, что? Стой, я бегу. Тут Чика, я не знаю, мне дверь открывать или нет, она там стоит. Да блин, я не знаю. Во-во-во, идет потихоньку. Фокси же еще потом выходит и вот туда встает с рукой поднятой. Насколько я помню. Все, Чика уходит. Хочет, хорошо. Уходит. Да, Бонька выходит от этого. Смотрите, они сейчас сквозь друг друга пройдут. Как жидкие металлы. Фантомы. Вот к Фредди, я его ненавижу. Чего? Опа! О, так, вышел Фокси, вышел. Я уже стою возле калитки, если что, успеваю закрывать. И Бонька. Фокси сейчас бежать будет. Каш, когда будет бежать прям уже. И Бонька к вам идет сейчас. Потихоньку. Блин, пацаны, мы не выиграем. Да. Выиграли. Из-за того, что давай правая не, дверь да. Много времени закрыта, и у нас уже энергия очень, три палочки. Блин, ну я ж не хочу, чтобы мы сдохли из-за этого, Фредди. Я знаю, но не ты виноват. Тут же рандом. Вы же помните, что на этой карте они рандомно ходят? То есть ну, вы не можете выучить их заранее движение, прям наизусть знать, когда открыть-закрыть дверь, чтобы пройти. Нет, нифига. Она может пойти срать, Фокси может пойти сать, Чика будет тарелками там ломать, тарахтеть. И при этом камера будет в туалете работать. Пацаны, Фокси, говорите, если что. Что за звук? Он уже готов бежать. Кто стреляет? Звук, такой прикольный звук, да? Слышал? Как будто кто-то шлепает, что ли. О! А, кто-то стреляет, да? Это, а, из ружья, все, понял. Такое эхо. Чика пошло. Да они там... Фредди опять вернулся, он нормально. 5 часов. Бонни вышел. Боня. Бежи, Фокси. Фокси побежал. Есть. Фух. Ай, забрал энергию Зипа. О, нет, не забрал. Так, а что там Бонька делает? Подсказывайте. Бонька у вас, получается, слева, это... Ой. Он вот за углом? Он... Да, он за углом. Он за пока углом. Можете открывать. Да, пока можно открыть, он так не убивает, да, я помню. Так, сейчас скажу, Фокси ушел уже? А, и у вас Фредька с Чика вот здесь. Да вот. Я вижу. И чё? Я успел закрыть, я успел. У тебя тоже закрыта дверь? Нет, у тебя открыта, слава богу. Я ж смотрю, вот идет. Давай, красавчик. На всякий случай. Ну все. Наташа, сколько энергии? Одна палочка и 5 часов, и сейчас, если они долго будут стоять. Уходит Бонни? Ушел, все открываем. Да, я сразу открыл, Бонни. Мгновенно. Ну тут нам. Короче, смотрите, есть два шанса. Или мы сейчас тупо проигрываем, или мы тупо красиво выигрываем. Потому что тупо на волоске все, 5 часов. Немножечко осталось. И одна палочка энергии. Вот так Фокси открыл шторку. Ну ничего, он не успеет уже. Чика потихоньку возвращается. Сейчас к окну станет. К окну. Ты такой. Камеры не включает там случайно? Я не включаю, нет. Пацаны, ну что? Пиши. Ребята, напишите в комментариях, обязательно выиграем мы или проиграем. Мы выиграли. Правильно, кто написал, что мы выиграем, мы выиграли. Это было круто. Roblox. Так, ну теперь я думаю, что надо включать что-то прям мега сложное. Экстрим? Давайте я поставлю медиум им всем, аниматроникам. Но при этом включу самую сложную ночь. Фокси готов бежать, пацаны. Я скажу, когда закрывать двери. И Бонька пошел. Хорошо. Блин, ребята, напряженный момент. Обязательно поддержите нас подпиской и лайкосиком. Тогда мы точно пройдем эту ночь. Так, Чика в соральник пошла. А представьте, пацаны, эту ночь и хард поставить. Ага. Кстати, мы ни разу этого не делали, я думаю, что это хорошая идея. Ребята, если вы хотите посмотреть ролик, где мы будем просто страдать и мучиться, и не сможем тут 100% пройти... Фокси побежал! Фокси бежит! Закрыл, все. Блин, видите, пока я трендю, Фокси, я думаю, нам подтяжка убью вас всех. Убежал, все. Напишите, мы хотим, чтобы вы прошли сложную седьмую ночь. Или просто мы хотим. Я думаю, что это хорошая идея сделать так, чтобы мы пострадали. Смотри, на радостях поет. Ты ж никого не убил, что ты танцуешь там? Короче, Бонька пришел сюда. А, на стриме? Дент написал, что мы на стриме проходили. Но мы не проходили седьмую ночь, и на экстриме мы шестую ночь проходили. Так, Фредди на кухне, Чика. Право. Дэй! Фокси штор открыл. Так, Бонька, не открывай. Так, Чика еще просто. Бонька стоит. Шторка уже открыта. Блин, ну это сейчас подлец просто возьмет и всю энергию нашу украдет, понимаете? К чему это все ведет? Тут Чика, что мне делать? Ну я потом закрою двери, получается. Ты думаешь?
Я на всякий случай уже закрыл. Все, открывай левую дверь. Кто вышел? О, Фокси готов бежать, но дверь пока будет открыта. Окей, окей. Я скажу, когда. Дэнс, там следи за Чикой, чтобы она ушла. Так. Потом... Дима, хорошо ты следишь? Я нормально слежу. Я за двумя дверями. Громко орите, когда он побежит. Громко оратель, хорошо. Очень, очень громко. Давайте прям убьет. Ай, ладно, 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 ладно. Проверил просто. Здесь у нас вход в пиццерию. Смотрите, как круто все сделано. Кстати, пиццерия закрыта. Нельзя как зайти, потому что мы здесь должны пройти все. Фокси побежал, Фокси побежал. Фокси бежит! Закрыл. Бонька гитару забыл свою, я сейчас украду гитару у него. Какое у него лицо, когда он бежит обратно? Блин, не могу ее. А какое, угарное? О, я сейчас сделаю западло! Я сейчас, короче, возьму гитару, удалю Бонькину. И проверим, когда он придет, гитара появится в руках или нет? Давай, все. А он уже может не прийти, да, на сцену? Ну о, да. Я Фредди колпак на голову надел. Да ладно, я вижу, он ходит с ним. Да, вот это ты прикольно придумал. Сейчас еще всем остальным. Фокси шторки там, открыл. Шторки. Опять только напердел там. Ха-ха-ха, воняет, он не может там находиться. К нам Боня идет. Я его боюсь. Сколько времени и энергии? Так, время 2 часа, энергии... Одна палочка, что ли? Что? Да не, не может одна быть. Одна палочка? Да не, 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 не говори так, пожалуйста. Нет, то, внизу. Да ё-моё! А. Это нагрузка идет вверх, палочка. Ну все, это больше половины. Это нормально. Это я потом. Это ты молодец. Так, закрываем двери, то что-то холод идет по ногам. А Бонька пришел и уж... А где он? Ну, рандом. Фокси готов бежать. Я готов. Ну, еще нет. Ну, готов. Я готов. Блин, я ему тоже хочу колпачок надеть. Просто в кладовке Бонни стоит. Ты ему на ухо надел. Да я вижу, что ты делаешь. Да, у него прям на ухе одето. Ну как одето, но на ухе лежит. О, мы сейчас как раз проверим, когда будет бежать. Колпак будет на башке у него? Бежит, пацаны! Нет, упал колпак. Закрыл, закрыл. А у Фредки, кстати, остался. А нет, тоже упал. Он резко побежал, видел, аж колпак слетел просто. Ой-ой-ой, Банька идет. Так. Эх ты, зараза, на тебе, колпачелу. На. А это потом. Что там он стоит? Так, Бонька встал там. Здесь у нас что? Чика идет. О, сейчас проверим, как Чика тарелками тарахтит. От зараза не идет, жрать одного кушать идет. Так, я, короче, иду к тебе, и Тучка сейчас. Идите, ой, иди. Иди сюда. Вот так, Фокси открыл шторочку. Ну ничего, как открыл, так и закроет. Так, это я сейчас тебе буду обед нести. Дай мне мясо. Ой. Так, еще один колпачок. Вот, тарелка есть. А Фредди ушел? Ой, камера, камера. Никого? А тут стоит Бонька или нет? С левой стороны. Ой, ты чё, как мы не про... Ты так проверять не надо никогда больше, я боюсь. По-моему, видел, что он ушел. Ты бы еще знаешь, а бомба взрывается или молотком ударил? Та не, не, не взрывается. Фокси вышел за что? Интересно, а вот газ воспаляется? Давай сейчас это, давай проверим, свет включим. Смотри, прикол, до сих пор это фишка на голове у него. А тут Фокси забагался. Как? Я сейчас умру. А нет. Он идет на том месте. Что? Я хочу посмотреть на это. Да ё-моё, меня... Поцелуй аниматроника, видел кто-то такой фильм? О, у Чики этот колпачок остался. О, так это баг? Я кинул, короче, как этот под ноги, он не может теперь выйти, что ли? Так, ребята, один баг мы обнаружили, мы теперь можем на экстриме, по сути, проходить все. Чё там, Фокси? Мы его забагали. Да ну, блин. Да. А что вы вздыхаете? А кто убирает, умирает, все у нас. Что сейчас было, там сзади аниматроник просто подошел. Тех замочил. Может тогда и Боньки туда тоже колпачок. О, давайте под ноги колпачок им тоже бросим. Ребята, эксперимент следственный. Киньте им гранату под. Не работает. Отталкивай, да? Да. А ну-ка посмотрим. Ну Фокси-то и все забагал. Ну Фокси я забагал. Но опять же, в следующий раз может такое не получиться, но в этот раз нам повезло. А вдруг побежит? Да не, он, мне кажется, он не может просто на исходную выйти, скрипт не сработает уже, все. Если бы он даже тут мог бы бежать, он бы тут уже был, видишь, а я хожу, его здесь нету, то есть, а не, именно в анимации проблем. А ты говно, ну ты, ну ладно. Я пока там показываю все пацанам, он на крысы мочит и мочит, ну зараза так. Злиться за колпак, да? Мне кажется, если колпак, не буду его убирать, он туда пойдет точно.
О, раскидался. О, нет, нет, Бонька, он все равно... Боньки все равно, мне кажется, там хоть забор каменный ставь, он все равно пойдет. Там Чика, он в окно стоит. А вот Фокси, все, Фокси. Ну, короче, все, благодаря бага Фокси мы пройдем. Я понял, почему он забагался. Че? Смотри, видишь, вот эта табличка его. И вот колпачок в табличку уперся, а он не может, типа, оттолкнуть колпачок. Мы вообще, по сути, можем любой сюда предмет положить. Он не сможет выйти. Пацаны, 5 часов, что? Одна палочка. Пожалуйста, и Тучка, если мы проиграем, кто будет виноват? Ты, потому что ты эту карту запустил. Кстати, там Фредди стоит, закрой. Да я вижу, может, только не убьет он? Не убьет. Ой. Камеру смотрит, он не убьет. Привет, летающий человек. Пацаны, это при том, что Фокси не бежит, мы бы уже слились, бы энергии уже б не было. Ура! Колпачок откинул. Я видел, там шторка закрылась. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Не получится. На, сейчас тоже там прилетит. О, какая флешка, я без света сижу.